Всем привет, меня зовут Босс Александр II. Я купил франшизу компании «Быть боссом» 26 ноября 2020 года. За полторы недели у меня уже два подписанных договора с хорошими клиентами и, самое что важное, стили, именно которые мне нравятся в ремонте. Это стили лофт и хай-тек. О том, что я хотел, я не знаю, наверное, свою квартиру так сделать в будущем. Что касаемо ребят, все ребята – это как одна большая семья. Все друг другу помогают, советуют, вас без помощи никто не оставит. Всегда в любое время подскажут и помогут. Также ребята предоставляют вам полностью весь обучающий материал. То есть пятилетний опыт, который они сами прожили, они с вами им делятся. Все происходит онлайн, то есть звонков минимум, количество, все настроено настолько удобно, что и вам, и клиентам вашим всегда удобно контактировать друг с другом. Я благодарен всему, наверное, что именно в тот момент увидел историю про франшизу от ребят и написал им. Мы встретились, пообщались очень душевно и начали работать. Быстро принял решение, буквально увидел историю, на следующий день приехал, и мы тут же, можно сказать, обо всем договорились. На следующий день я официально уже был в франчайзе компании «Быть боссом». Поэтому, друзья, не теряйте такой шанс. Бывает у людей, он бывает один раз в жизни всего. У кого-то, кто-то его ждет всю жизнь. Так вот, не ждите всю жизнь, лучше сейчас делайте и просто кайфуйте от жизни. Договора с клиентами. Один на 470 тысяч, второй на 440 тысяч. И сегодня будет еще один договор, а может и не один. По предварительным расчетам, с каждого объекта я заработаю 100-150 тысяч рублей. А 18 декабря мы летим всеми боссами в Сочи кататься на лыжах, и мы порвем этот город. Всем привет, это босс Александр I. Хотел с вами поделиться своим мнением от франшизы. Приобрел у ребят в конце октября 2020 года франшизу «Быть боссом». Тоже было много сомнений, но все-таки решился. Ситуация была, честно, у меня патовая в жизни, и поэтому мне пришлось рискнуть и пойти ва-банк. И я не пожалел. Тут 100% без обмана, и все мои опасения, конечно, они были напрасны. Но все равно переживал, боялся, честно сказать. Но коллектив вообще супер. Все ребята хорошие, все мы как одна большая семья, все друг другу помогаем, все там советуются, делятся, там где-то какая-то помощь идет. Ребята всегда ведут от и до 24/7 консультации какие-то, если требуется присутствие на объекте, выезд, пожалуйста, все. Ты не брошенный, получается. Ты как в одной большой семье. За этот короткий промежуток времени я уже взял 4 договора. 2 из них уже в работе. Один договор на 520 тысяч, другой на 580, еще договор на 509 тысяч и договор на 560 тысяч. То есть суммарно получается более 2 100 000. С этих объектов по-разному получу. С одного от 100 до 150, с другого от 150 до 200. То есть, если не лежать на диване, не плевать в потолок, то можно нормально заработать, работая. Ну, действительно, нужно работать. И хочу всем сказать, и кто еще смотрит, кто думает, взвешивает, сомневается. Ребята, не сомневайтесь, такой шанс в жизни бывает даже не выпадает. 1 на 1 000 000. Поэтому, если кто-то хочет зайти, но сомневается, проверено на себе лично. Я не остался где-то там брошенным. Так что советую, решайтесь. Одно место в Краснодаре, одно место в Сочи. А 18 декабря мы всей бандой едем в Сочи. Будем там веселиться, кататься на бордах, на лыжах, пить горный чай травяной. Супер. Но если кто-то думает, что может зайти и просто сидеть, ничего не делать, и при этом будет получать деньги, зарабатывать неплохие, то вы ошибаетесь. Здесь надо работать. Здесь нужно непрерывно искать мастеров, встречаться, проводить встречи на объектах, беседовать, искать лучших из лучших. Потому что в нашей компании идет упор на качество. Это качество немецкое, до мелочей, буквально до каждой там малейшей незначительной детали, казалось бы. Но все, как известно, состоит из мелочей, из деталей. Главный фокус на качестве. Привет, ребята. Я босс Антон. Я первый босс, который зашел в эту компанию. В франшизе, получается, сейчас 6 декабря. Я зашел, получается, в конце июля и начал работу свою первую, объект вести уже, получается, в августе. Подписывать договора. И сейчас я заканчиваю первый объект свой. Подходит к концу.
трехкомнатную квартиру. Были у меня косяки, были ошибки, соответственно. Ну, они исправляются сейчас, то есть все, мы выводим объект, то есть хорошую сдачу, то есть сдачу с хорошим качеством. Я это говорю о том, что не бывает все сразу, что дается легко, на самом деле есть сложности, есть проблемы, но хочу сказать, что если действовать по инструкции, то они будут минимизированы. Я в какой-то степени где-то ленился, где-то недорабатывал, и поэтому эти проблемы возникли у меня. Нужно обязательно действовать по инструкции, она здесь есть, и тогда они действительно будут минимизированы. Ну и плюс опыт. То есть опыт обязательно. Чем больше я работаю, тем больше я вникаю, чем больше я именно занимаюсь этой деятельностью, тем больше у меня как бы перестраивается мышление, и мне с каждым днем все становится все проще и проще. А я уверен, что будущие объекты будут мне значительно вести проще. Ребята помогают, ребята постоянно контролируют меня, то есть какие-то корректировки делают, и без них я бы точно не справился. Они молодцы, и им за это благодарность. То есть и вообще за то, что у меня этот шанс появился, появилась такая возможность, я невероятно благодарен на самом деле. И всем советую присоединяться к нам, в нашу команду.